Вот мы с Озенькой на привале. Расчистил завал, который был. Дорога теперь свободна. Ну и, конечно, Озя меня попросил, как он долго ждал. Давай перекусим. Ну как я мог отказать? Да, Озенька? Ну давай. В лесу красота. Да, неделю назад эта ель еще стояла. Неделю назад она еще стояла. И не сухая. Вот так. Подпилил здесь. Пойдем дальше. Да, Озенька, пойдем? Пойдем дальше с тобой в лес. Нам еще идти далеко.